Всем привет, ребят, пишите мой канал, с меня Дэвид, и с вами будем играть Бравл Старс. Да, ребята, просто в серии мы прошли безумие. Да, и мы собираемся пройти безумие опять. Да, мой максимум безумие 4. Фух, мы должны выиграть. У меня звезда очков, пока что все нормально. 2 дня окончания сезона. Ждем. Начинаем играть. Пам-пам, кольт. Фу. А, нет, ошибся. Кольт-кольт-пам. Давай, убиваем. Давайте. У кого-то есть перезарядка? У кольта 10. А, у обоих надо 10 перезарядка. У вас одинаковые силы. Видите, почему, как я понял? Потому что у кольца 9 сила, у него нет пассивки, а у другого кольца есть пассивка. Давайте, ну почему? Почему мне опять подловил так жестко? Зависать немного, у меня было получше. Надо бежать, хоть помогли бы меня. Отлично. Давайте, убивайте. Вы же кольтары. У вас много пуль. Только нету. Или он всегда так зависает. Давайте, мы должны его убить. Мы проиграем 100%. А, нет, я умру. Ладно, понял. Давай вот так. Зато одну. Давай, кольтара. Убейте их. Не давайте этим здание. Нет. Ну почему? Этот тупой кольт, кажется, это он будет чистить силу. Зачем он вообще делает так? Я не понимаю. Ну ладно. Что через час будет? А, точно, через час. Давайте еще раз. Фух, должны пройти. Просто топово надо. О, 10 сила. Давайте всем в упор. Давайте убиваем. Молодец. А ты не могла выиграть другую пассивку? Или тебе не было? Ну, конечно, получше. Там надо урона только. Давайте. Он больше снес до 20%, офигеть. Он должен убить. Отвлекся на этих. О нет, пока. А почему я не улетел? Я не понял. А зачем я даже улетел сам? А там Пэм остался. Надо спасти Пэма. Надо убивать. Мы не пройдем. 100% не пройдем. А зачем туда? Вот так. Ну как-то, как ты стоял АФК, жить? Ты раньше стоял же АФК. Ой! Бежим! Давайте бежим. Не надо, зачем туда? Большая ошибка. Просто я там один не справлю.
Ну давай. Да хоть... 44%. Даже 30 нет. Даже ближе 30. Обида еще раз. Еще дальше, еще. Спайка мало хп, зачем? Хоть большой урон, но хпшки тоже надо жить. Спайк только близим сильнее. Убиваем. Давайте. Убиваем. Давайте. Ну давай третий брали так же, как у... Кто наступает? Смотрите, как кто наступает на его ульту, например, как у Пэма, как у там, бла-бла. Надо подхилиться. Надо, чтобы у кого-то был как-то использован, должен там быть я. Или замедление просто. А, мне сразу сычку убили. Сразу говорю, когда босс злится, он все равно так не сможет. Бешенство, просто бешенство. Сколько процентов? 35, бесполезно. На 20% меньше. Надо так. Это лучше... А! Ульту! Пусть отвлекся на ульту! Он не сможет так замедляться, Спайк. Нет, я зря туда провел. Нет! Больше... Надо ульту поставить. Давай убиваем. Я пошел убивать. Давайте. Все мои тиммейты умерли. Как бестолковцы. Вот эти здания надо защищать. Ну все. 31%. Лучше, чем 41. Не, какой 41? 44. Ух, еще я ближе. Ух, как я близко. Еще две карты, все. Две карты, и заканчивается это игра. Надеюсь, на 10. Команда с десяткой 7, кроме меня. У меня только 3 бравля, которые есть 10 сила. И 6 бравля, которые могут прокачать до 8 силу. Давайте, убиваем. У меня есть ульта. Надо убить. Давайте. Молодцы. Ставлю мульт. Расходимся. Пофига на ульту. О, нет, все. Я умер. Не надо вместе. Нет. Офигеть. Вместе они не общие. Не надо. Ну, он все равно бы сломал. Ну ладно. Зато мы замедли. Сейчас нет. Давайте. Надо убить. Держи хилку. Я не смог. На 19% меньше. Насколько это хуже, чем 41 был? 44 был. А стоп, зачем? Не надо, Коль, не надо. Супик не надо, пожалуйста. Супик, не надо, отключай. Фух. Хорошо. Последняя игра. Только с одним поражением, всегда поражение. Почему он быстро принести это показать? Что надо безумие 3?
Ну, безумие 2 еле-еле мы прошли. А как безумие 3 пройдем? Вот теперь... Бежим! А как, почему я, по-моему, туда-то побежала? Надо убить. Убиваем. Не надо промахать. Всеми пулями. Да, молодец. Ах, не-не-не-не-не-не-не-не-не. О, нет! Я только что понял, что он злится. А я в упор пошел. Давай, ставь ульт. Не туда! Ладно. Зато ульта здесь будет. Давай, давай. Только твоя надежда. На-на-на-на-на. Давайте убиваем. О, не-не-не-не, надо подхилиться так. Офигеть, сколько здоровья вообще дают. О, нет. А, это твоя ульта? Мою бы пусть ульту сломают, а... Держите хилку вам! Нет. Босс отвлекся зато. Помню, зачем. Вот у тебя 10-я сила, но ты немного хуже меня. Нет. А, он даже не отвлекся на мою ульту. Давайте. У него 100 тысяч осталось. 100 тысяч. 90 тысяч. 80 тысяч. 70 тысяч. Ну, по 10к. Да, ебой. Да, давай. Убиваем. Просто убиваем. Убиваете. Нет. 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 Мы должны убить. Нет! Один процент, ребята! 1%! 1%! Не смог пройти без зонитри. Вот так не случилось! Ну там еще 2 тычки надо было! Бэм и кольт! Ладно, ребята, видео у нас кончается. С вами был Брэйл Эстик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорой встречи. Пока!